Новогодняя ночь. Мы идем, спускаемся. Потихонечку. На улице там все стреляет. Шапки такой. Шапки такой, да. Это осветится. Угу. Хорошо. Потихонечку идем, спускаемся, да. Да, я хочу показать, что мы несем с собой. Да. Вот. Это наши фейерверки. Это Марштира. А, машина. О. И наши компашки идем. Так, ну и мы постреляли. Очень красиво было. Да. Так, наше самодельное устройство. Ну, вернее, как самодельное. Оно подходит, но для укрепления мы его запихали. Держи. Сюда. Кто еще стреляет из ведра? Так, уважаемые друзья, прошел год. А, с прошлого дня рождения, когда мы ездили на Байкал, у бабушки, у тещи был день рождения. Сейчас очередное наше путешествие туда же, в Байкальск. Едем мы на Сиашаре, кто смотрел обзор про эту нашу машину. Маленькое есть у нее изменение по ней, может быть, потом расскажу. А так, на ней мы уже передвигаемся почти... Ну, 6 месяцев там плюс. Машинка огонь, конечно. Красивая. Сейчас потихоньку будем выезжать, как я вчера сказал, в Утулик. Время 8 утра. Темно. Машина гибридная у нас. Пришла в режим ожидания, так скажем. Двигатель заглушился. На улице минус 20. И пора нам двигаться. Так, ладно, куда нам встать-то? Куда-нибудь подъедем. Вот сюда, наверное. Да, здесь встанем. Дождем. Наименование Роснефти, теперь зерно. Дурацкое, конечно, какое-то. Для тех, кто в пути. Раньше подсолнух было как-то покрасивче. Так, ну бак у меня... Под завязку почти, ну, литров 10 грю, там до полного доправлюсь. И поедем. Маршрут наш составит 410 километров. В третьем часу примерно мы где-то приедем. Ну, плюс-минус там, все в зависимости. И вот хочу обратить внимание, что мы вот такой крюк делаем. Хотя, если была бы дорога напрямки, мы бы к бабушке не прям выезжали. Но, к сожалению, такой дороги нет. Ну, старая спиртозаводская трасса есть какая-то там, если кто-то знает. Раньше в 90-х там барыги всякие спирт возили, поэтому ее называют. Но там на такой легковой машине никогда не проедешь. Тем более сейчас зима. Да и вопрос еще, существует ли эта дорога. Какому-нибудь более-менее нормальном состоянии. Так, ладно, все, до встречи. Вообще привет.
небольшая остановочка в пути, кафе М55. Решили остановиться, попить чай и продолжить наше движение. Проехали пока только 165 километров, но охота уже покушать. Это мы Линк только проехали. С таким вот интерьером. Валерку можно посмотреть? Кого посмотреть? Валерку. Не знаю, посмотрим. Да? А что, хочешь забрать или купить? Подъезжаем к поселку Танхой. Здесь находится Байкальский природный заповедник. Также здесь находится в свое время построена резиденция Льва Владимира Владимировича. Буквально вот находится она, резиденция, сам заповедник тут как бы в окрестностях. А вот резиденция, вот она, ее даже отсюда видно с дороги. Мы сюда свернем, нужно будет повернуть направо, здесь указатели есть. Ну, это со стороны, допустим, с той, где едешь. Проехать под мостом. Аккуратненько, торопясь. Маршрут перестроен. Так, и все, тут даже гостевые дома теперь есть, смотрю, ничего себе. И мы на Байкале. Прямо вот подъехали к самому Байкалу. Маршрут перестроен. Танхой. Снежка много. И можно туда вот сходить посмотреть, полюбоваться. Так, окошки откроем. О, красотень какая. Все, белым-бело. Сейчас выйдем, пройдемся. Так, ну, выскочили мы. Пройдемся немножечко. Были здесь последний раз в ноябре. Останавливались. Опа! Снега-то, конечно, многовато. Ну как многовато? Больше, чем у нас, конечно, тут в этой местности. Байкальский тулик ближе к Байкалу, и климат другой, теплее. Да, красиво все. Так, ну и имеется такое ощущение, что здесь как будто бы лед не до конца замерз. И вот этот сам Байкальский заповедник. Повернее, резиденция Байкал заповедный. Там можно животных различных посмотреть, побродить, посмотреть. Статуи есть. Так, для общего развития. Ну, виды. Видами полюбоваться. Красивыми. Сейчас поднимемся туда, к ступе сходим еще. Вот тут часть вот. Так, ну я попробовал только что, вот след поставил, и смотрите, он наполняется водой. Так что тут еще опасно. О, щелкает как мощно. Ну мы вот стоим сейчас тут на торосе, конечно, который, ну, подзамерз, а вот вода, следы мокрые. К сожалению, не побегаешь. Пойдем туда. Ребята из МЧС только что остановились. Нам листовочку вот такую дали. Профилактические мероприятия, говорят, проводят. Вчера спасали людей, Байкал опять, видимо, лед рвало, а люди, как обычно, думают, что они, не знаю, что они думают, каждого себе на уме, но вот, как бы, видимо, было кому-то не очень. Летом здесь, конечно, очень прекрасно, очень красиво, невероятно. Можно сходить себе поддевать. Да, ребят, путешествовать надо, на Байкале побывать тем более. Причем как бы с Иркутской стороны и со стороны Бурятии будете очень впечатлены. Двигаемся плавненько в сторону Уталика.
Сегодня в планах, ну, еще так думаю, пару часиков. Доберемся мы сейчас. Попьем чайку, отдохнем. Баньку там сообразим, наверное. Ну и будем отдыхать. Наслаждаться природой. И тишиной, если получится, конечно. Так, добрались мы до домика. Находится недалеко от трассы. Там банька. Домики, лестница есть. Так, и дом вот здесь вот. Я уже снял это все. Все снял, молодец ты, блогер ты наш. Ну, почти снял. Домик, сейчас там бабушка идет. И тут еще подвальчик есть. Я туда белый пойду. В котором можно... поспать. Можно туда пьяную пойду? О. Так, ну вот мы и пришли в баньку. Да. Дождейка зашел уже. Так, здесь мы раздеваемся. Столик хозяева, такое творение уже поставили. Стаканчики. Вода. Про баньку, интерьерчик тут такой. Дровишки. Что там у нас? Я такого не пробовала. Веник там дубовый, пихтовый. Утки какие-то. Принесли. Утки. Утки, да, для развлечения. Так, банька сама. О, тут слишком жарко. Жарко. Лучше ты. О, да. Ну ладно, готовимся. Сейчас помоемся, сполоснемся, отдохнем. И потом пойдем спать. Всем, как говорится, с легким паром. Вот такое прекрасное утро нас встречает. Сегодня воскресенье. Солнце светит. Поезда ходят. А мы тут еще ждем. А вон как раз родственники приехали. Наши. На грузовичке с Иркутска. Будем сейчас помогать им проезжать. О, едут довольные такие. Доставку еще какая-то у них. Вы что, привезли нам груза, да? Ну, туда езжайте, там машина там. Ну, я понял, тут маленько бывает. Погодка такая классная, конечно. Но отдыхаем, маленечко чай пьем и двигаемся дальше. На курорт. На лыжную базу чуть попозже поедем. Так, ну и вот мы добрались до горы Соболиной. Оставили машину здесь, на бесплатной парковке. Сами двигаемся туда вверх. Потихонечку поднимемся. Возможно, нужно будет подняться на туда, до кафе, высота. Ну, а здесь внизу получается, можно взять лыжи. Ну, вообще, начиная как с этого поворота, поворачивайте сюда вот вверх. Очень много всяких, конечно, мест, прокатов. Кафешек здесь, кстати, много, кофеин. Можно покушать, поесть. Ну и взять на прокат лыжи. В той стороне вот сноуборды есть, инструктора. Подъемники для детской учебной горки.